Всем привет! Сегодня у нас понедельник, 1 февраля. Это значит очередное взвешивание. Вот я уже настроила сзади аэробику себе. И сейчас будут весы, графики, насколько похудела или потолстела. И потом аэробика. Так, у меня сейчас показ 89,05. Так, а вот на этой картинке видно, что начальный вес у меня был 98,6 килограмм. Похудела на 9 килограмм 600 грамм. Текущий вес 89 килограмм. Целевой 70 килограмм. Осталось сбросить 18 килограмм 600 грамм до желаемого веса. Тут дальше идут мои замеры. На этой неделе я очень много сбросила. 2 килограмма, почти 700 грамм. И, скорее всего, буду в плюсе на следующей неделе. А тут поехала зарядка. Вот все включаю, настраиваю. И собираюсь делать зарядку. Почему я думаю, что буду в плюсе? Потому что 2 килограмма 700 грамм, это как бы очень много для одной недели. Поэтому я думаю, что на следующей неделе, наверное, по логике вещей вес должен либо встать, либо вообще плюсануть я могу. Потому что организм, он все-таки не резиновый, он экономит свои силы, энергию, и поэтому все время много сбрасывать не будет. Ну, это я так думаю, я не знаю, как будет на самом деле. Ну, вот зарядку-то я делаю каждый день, 30-40 минут. Кроме этого, я не ем сахар. Естественно, ни алкоголь, ни сигареты, ничего этого. До этого даже и не курила, не пила. Поэтому ЗОЖ наше все. Но тут шторы поправляю, потому что мне кажется, что бликует и отсвечивает на камеру. Но все равно это как-то не помогает. Все равно свет падает, и то светлее, то темнее показывает. Сами тренировки у меня идут по 30-40, даже и больше минут. Но я, конечно, всю тренировку не снимаю. Где-то минут 20, где-то так я сниму в этом ролике. Вот. А полностью тренировку, ну, как бы, все равно, мне кажется, половину движений там где-то что-то неправильно делаю. Лучше смотреть на самом канале. Ссылки обычно я даю в описании. На этот канал, с которым я занимаюсь. Смотрите, делайте, занимайтесь. Действительно помогает. Вот. Пример тому это я буду мотивацией вашей.
Тут пришла Пелагея, села смотреть зарядку. Она немножко приболела, поэтому грустная немного у нас. А дверь я закрываю, потому что, вот видите, то темнее, то светлее видео. Это из-за того, что свет падает. И, в общем, камера сама настраивает. То темнее, то светлее свет делает.